Кафе Роздобудьку, це земля належить, кафе, автопарк, сервіс. Дайте, будь ласка, ось якщо вам так не тяжко, я сніму, ви сервіс знімайте. Написано. Автопарк, сервіс, автостоянка. І я вам зараз отак показую кадастр. Ось вона знаходиться, ось 30, це якраз є автостоянка. Так ні, ну я ж просто понять не можу, серйозно. Ні, знімати я не даю, як би. Хорошо, а ви представитель. Вы должны дать ситуацию, что делать на стоянке. Правильно. Это вам объяснит начальник главного управления. А где ваш начальник? На Сахсарянского 143. А вы? Почему начальник здесь не присутствует? Начальник как ваш такого фамилия? Ранга, что не ездит. На... Ну, хорошо, а кто за ваша фамилия какая? А вы приедете и вам расскажет Неклюдов Сергей Федорович. Кто? Вы не представьте. Ну вы кто? Я начальник спецотдела по исполнительному. А фамилия имя что? Березницкий Павел Леонидович. То есть вы не знаете, что здесь происходит, почему ребята с вашей организации находятся на стоянке? Я знаю, почему. Я вам объясняю еще раз. Вот это у нас все здесь. Ну. Переведите ситуацию, которая происходит вот на стоянке. Ну, сняли маску. Вам объяснится, Неклюдов Сергей Федорович. Я не даю интервью. По правилам. Это не интервью, это комментарий. И комментарии я тоже не даю. Сергей Федорович, вы отказываетесь, да? Да. Приезжайте к нему, он принимает журналистов. То есть вы должностное лицо, находящееся на работе, отказываетесь дать комментарии по ситуации? Не по правилам, я не обязан давать, как по внутренним правилам главного управления. Не обязан давать никакие комментарии на память. Ну, если вы вчиняете какие-то неправомерные дии... А что неправомерные? Я промазал. Ну, вы приехали, сняли МАФ, сняли шлагбаум. Что дальше? Дальше пока все, будем забор снимать. Ну, так а у вас есть разрешение на снятие забора? Есть. А можно его посмотреть? Главное управление. А у вас на руках с собой нет, да? Нет. А почему? А я не обязан возить с собой. Вы обязаны. Кто вам сказал? Ну, я вам говорю. Я не обязан документы показывать. Здесь на месте оригиналы носители с копиями едут. Все комментарии вам даст Неклюдов Сергей Федорович. Так как говорите, в связи с реконструкцией вас Скоростном здесь будет строиться торговый комплекс? Вы поняли, что вы сказали? Да? Вы комментируете это? Тут 60 тысяч людей вот сюда под подъезды, а там поставить 10 МАФов, с каждого МАФа по 60 штук взять. Да не будет МАФ. Ой, да я даю голову. Одна постройка, давайте, которая будет размещаться туалеты. Пока будет эта постройка, посмотрите, что делается от центра. Хоть одна где-то звезда разобрать, ничего не сделано нигде. Вдоль скоростного трамвая, понимаете? Сюда нету и путей. Здесь будет сказки разобрать, ребят. Когда подгонят опять БТРчик, так уже, знаешь, куда надо. Не знаю, кто вас крышует, это вы крышуете, понимаете? Розумієте, вона засновник. Ось письмо на Мазепу і все. Так, ну так що питання, давай. Що потрібно? Завтра в 10. Ну на основі чого? Я повинен там повідомити. Ну чому я повинен? Ну чому? Розумієте, це для того, що належить влади підприємства. Розумієте, ми влада. А кому вийде? Розумієте? Буде, не буде, розумієте, вона вирішить. Чому повинен... Тут я хорошо. Кто инспектора стоит? Вы стоите, да?
подойди до автобуса. Накинули бушлаты и все, блядь. Это любитель пока? Приехал. Thank you.